Меня зовут Оксана Баландина, я из Лисичанска, мне 23 года. Я работала в детской областной больнице, медсестрой неврологического отделения. 27 марта я подорвалась на мине. Это случилось так. Мы с мужем и другом шли домой и решили сократить путь, пойти по заречкам. Мы живем в своем доме, и рядом с нами речка. То есть эту тропинку я знаю очень давно, мы там с детства ходили. Я шла немного впереди, муж с другом остановился, и я увидела, торчит снаряд в земле, и я хотела ему показать, и поворачиваюсь в полоборота, и только успела крикнуть «Зай, глянь!», и он смотрит, а я подлетаю. Я упала лицом в землю, у меня неимоверный гул стоял в голове. Потом я перевернулась, начала на себе рвать одежду, пытаться рвать одежду. Мне казалось, мне так будет легче дышать, мне не хватало воздуха. Муж сразу подбежал, начал оказывать мне первую помощь, вызвали скорую. Скорая сказала, что мы ее оттуда выносить не пойдем, будем ждать МЧС, чтобы они меня выносили. Муж сказал, это займет очень долго времени, и он сам с моим отчимом меня выносил к скорой помощи. Вот, в скорой девчонка-фельдшер была молоденькая, ну, испугалась, такого не видела, оно, кости, все раздроблено, и у нее руки трусятся, я ей подсказывала, куда мне лучше поставить венозный доступ, вот, и все, и мне кажется, я задыхаюсь, мне не хватает воздуха, попросила у нее кислород, она говорит, кислорода у нас нет, у нас его давно забрали. И все, я не знаю, что она мне вела, и мне кажется, я уже была как, ну, не в сознании, хотя я была в сознании до самой больницы. Приехали, привезли меня в больницу, у меня мама тоже медработник, и она вторые сутки была на смене. И я увидела маму, я еще в больнице закричала «мамочка», хотя я этого уже не помню. Операция, не знаю, честно, сколько она длилась, мне сразу было проведено 4 операции. Это ампутация конечностей нижних по треть бедра, ампутация 4 пальцев на левой руке. Что там? Шок 3-й степени у меня еще был. И когда я пришла в себя, мама и муж от меня не отходили. Через 3 дня нас эвакуировали в Днепр. Мы там находились 24 дня на лечении. И я проходила курсы реабилитации. Меня, спасибо девочкам огромное за проведенную работу. Они научили меня держать баланс. И мы работали с ножками, нас научили налаживать колосовидные повязки для того, чтобы формировать правильную культю под протезы. И 25 апреля нас эвакуировали сюда, во Львов. Мне абсолютно не хотелось жить, я просила, что я не хочу так жить, у меня 2 деток, я не хочу, чтобы они меня видели инвалидом, я не хотела никому для своей семьи быть обузой, но тем не менее, все равно благодаря моей поддержке я с этим смирилась, нужно жить дальше, на этом жизнь не заканчивается, если Бог меня оставил живой в таком случае, значит, так суждено. И нужно все равно жить дальше. Дай Бог, в ближайшее время мы надеемся, что попадем в Германию на реабилитацию и протезирование. А потом вернемся к деткам. Наши детки с моими родителями находятся в Полтавской области. Вот, и будем жить ради деток.